Swabhatra kashyapena vai. Vatishtad
कथम इदम् वदासाहम् अथम् धृता श्रीशुक उवाच अन्वतिष्ठद्व्रतम् इदम् त्वदासाहम् अथम् धृता. Дорогие верные, пожалуйста, подвиньтесь на метр, а то и даже на полтора вперед. Здесь даже есть место, можно здесь рядом. Подвиньтесь, подвиньтесь. Ну, сейчас дождайтесь. Please come forward so that the other devotees who just came and have a place to sit. Stronger function is one chair, right? Marriages. Shri Shukra Vacha. Ityukta Saditi Raja. Va Bhadra Kashyapena Vai. Anvatishtha Vratam Idam. Vadasha Amatam Dritam. Перевод. Шукадева Госвами сказал: «О царь, получив совет от своего мужа Кашьяпа Муни, Адити стала прилежно следовать всем его наставлениям и таким образом исполнила Пайя». Комментарий Шрилы Прабхупады. Чтобы совершенствоваться в читании, особенно в духовной жизни, нужно неукоснительно следовать авторитетным наставлениям учителя. Адити так и поступила. Она строго исполнила все наставления мужа, своего гуру. Ведические предписания гласит: «Я седаю парадахти, я тагуру, тагуру». Надо обладать полной верой в гуру, который помогает ученику духовно развиваться. Ученик, считающий себя независимым от духовного учителя и пренебрегающий его наставлениями,
непременно потерпит неудачу. Если я прославляю логотипку, то убей. Одите неукоснительно следовало наставлениям своего мужа, духовного учителя, и потому достигла успеха. Ом агьяна тмэрам дасья, гьяна джана шалакая, чакшур виликаньена, тасмай шри гураве нама, шри читанья мано вишка, сапитамьена бутаве, сая рупа падамахья, падати сва падантия. Бандирам шри гро, Арджуна Сахитам Кришна Чайтанья Дева Шри Радха Кришна Патам Сахатана Лалита Шри Вишакхамритамшча Хе Кришна Каруна Синдху Хина Банду Джагатпате Гопиша Гопика Канта Радха Канта Намастуте Аттакамчана Гаурангеи, Раде Вриндаванешвари, Кришабану Садеи, Анамами Хари Прие, Ванчакалта Таруняша, Крива Синду Варевача, Адиянам Паванейо, Вайшнайо Намо Нама, Jai Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Srivasadi Gaura Pradinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. I'm suffering a little bit from a cough, like many other people here in Mayapur at this time. Сейчас в это время мне также подвержен кашлю, как и многие преданные в это время года в Майяпуре. So forgive me from time to time I start coughing. Поэтому, пожалуйста, извините меня, если время от времени я буду кашлять. So this is a very wonderful verse here. Это очень замечательный стих. And Prabhupada's purport is especially important for us. И в комментариях Шрилы к нему особенно важен для нас. Because they don't have the earphone, they'll hear out, they'll have a translation outside. They were thinking they would have time to One microphone more for Chinese translation, maybe. One microphone. We have one more microphone for Chinese translation. No, don't need a microphone.
explaining to us the importance of strictly following the instructions of the spiritual master. And it's also mentioned how Aditi followed these instructions of her husband Kashyapa. Именно так Адити следовала строго наставлениям своего мужа Кашьяпа. This mention she followed, she was not lazy. И здесь используется слово следуя наставлениям, она не была ленива. Prabhupada said, Krishna consciousness is for everyone, but not for lazy people or crazy people. Еще Прабхупада сказал, сознание Кришны предназначено для всех, но оно не предназначено для ленивых. Of course, Prabhupada had seen how when he was in America, particularly in the 1960s, how there were so many lazy and crazy people. И находясь в Америке в 60-х годах, Шрила насмотрелся на обе категории в Америке. Там были достаточно и ленивых людей, и сумасшедших. Yeah, particularly in America. There are some cities which are just full of crazy people. Особенно в Америке есть даже целые города, где очень много сумасшедших. Berkeley is a well-known city in California. It's famous for Nobel Prize winners. Berkeley – это один из городов в штате Калифорния. Он прославился тем, что оттуда родом и там проживают очень много обладатели Нобелевской премии. But it's also famous for the number of crazy people. Но вместе с этим этот же город прославился тем, что там очень высокий процент сумасшедших. They changed the name. Many people they changed the name of Berkeley to Berserkley. Berserk meaning just mad, crazy. И многие люди на этой основе изменили в разговорном языке и название Berkeley на Berserkley, что означает просто сумасшествие. And there are so many people there, they're on a thing which is, you know, the American social system, they have a thing called crazy pay. Очень много людей находятся на социальном пособии, которое в простонародье называется выплата сумасшедшим. The government pays them money because they're crazy. То есть правительство выделяет деньги, дает им регулярные пособия, потому что эти люди сумасшедшие. They're crazy because they've taken so many drugs. Почему они сумасшедшие? Потому что они довели себя до такого состояния, принимая наркотики в большом количестве. So they're considered mentally unstable that they cannot work in any job. И в результате они ментально умственно не сбалансированы, и как результат они не могут серьезно посвятить себя какой-то работе, безработной. So the government has to maintain that. И вот теперь правительство вынуждено их поддерживать. So lazy and crazy people don't really fit into Krishna consciousness. И вот таким образом, как мы говорили, ни ленивые, ни сумасшедшие люди не могут найти себя хорошим образом в сознании Кришны. And what is important here is that one has to faithfully execute the instructions of the superiors. И что здесь отмечается в сегодняшнем стихе, человек с верой, с глубокой верой должен выполнять наставления, полученные от старших. We were just on Parikrama and we visited the home of Murari Gupta. And Murari Gupta had been given instruction by Lord Chaitanya that you're worshipping Sita and Rama, but they're not the supreme. The supreme form of the Lord is Radha and Krishna. You should give up worshipping Sita and Rama and just worship Radha and Krishna. Недавно на Парикраме по пути мы зашли в дом Мурари Гупты, один из великих преданных спутников Господа Чайтанья. Однажды Господь Чайтанья Махапрабху дал наставление. Поклоняются Сита и Раме, но они не являются высшей формой проявления Верховной Личности Бога. Таковой являются Рада и Кришна. Поэтому вы даете наставление поклоняться Раде и Кришне. That night Murari Gupta could not sleep, and he came the next morning to Lord Chaitanya Mahaprabhu and said, I will have to give up my life.
И получив такое наставление всю ночь, Марьяна Гупта не мог сомкнуть глаз, не мог заснуть, и на следующее утро он пришел к Господу Читане и сказал: «Я вынужден оставить свою жизнь. You have asked me to give up worshiping Sita and Rama, but I cannot do it. You have given me the order, the instruction, and I'm not able to follow it. I better give up my life». И он сказал: «Я получил от тебя наставление не поклоняться Сите и Раме, которому поклоняюсь, но я не могу выполнить это наставление, поэтому я считаю, что мне лучше расстаться с жизнью». That's the kind of serious commitment which is required when we receive some instruction. Вот настолько серьезное отношение требуется, когда мы получаем какое-то наставление. We see in Lord Chaitanya's pastimes how he gave different instructions to people. И в трансцендентной игре Господа Чайтаньи мы видим, как различным людям он давал такие серьезные наставления. Of course, Lord Chaitanya accepted Murari Gupta that, all right, you're not able to follow this instruction, it's not a problem, because I can understand that you're Hanuman, and Hanuman can never give up the worship of Lord Ram. Конечно, Господь Чайтанья Махапрабху не стал заставлять дальше Мурари Гупту оставить поклонение и служение Сите и Раме, потому что он сказал: «Я понимаю, что ты не можешь постоянно это сделать, потому что ты изначально являешься Хануман, а Хануман никогда не оставляет поклонение Сите и Раме». Hanuman only knows Sita and Ram. Even though he knows Sita and Ram are not different from Lakshmi and Narayan, but he has no attraction to Lakshmi and Narayan. His attraction is only to serve Sita and Ram. Хануман для себя знает только лишь Ситу и Раму, хотя он разумом понимает, что они не отличны от Лакшми и Нараяны, но его совершенно не интересует и не привлекает поклонение Лакшми и Нараяны. Единственное, кого ему влечет, это поклонение Ситу и Раму. So there was no fault on the part of Murari Gupta in not being able to follow the order of Lord Chaitanya. Поэтому в таком сознании он не допустил никакой отклонение от якобы неследования наставления Господа Чайтаньи. We see also Lord Chaitanya in Kurukshetra. The Brahmana who invited him to his residence to take food, he desired to leave his home and go and travel with Lord Chaitanya. Lord Chaitanya would not allow him. Мы также помним, что когда Господь Чайтанья проходил путешествие через Курукшетру, один из браманов пригласил его к себе домой, чтобы накормить Господа. И этот браман был так сильно вдохновлен служением Господа, что захотел отправиться вместе с ним путешествовать дальше, но Господь Чайтанья не позволил ему это. But Lord Chaitanya gave him instruction. Но при этом Господь Чайтанья дал ему наставление. Wherever you go, whoever you meet, tell them about Krishna. Куда бы ты ни отправлялся, с кем бы ты ни общался, говори им о Кришне. Amara Gaya Guru Hana Tarayidesh. By my order, become a spiritual master and save the land. Приняв от меня такое наставление, стань духовным учителем и освободи эту землю. Now that was the instruction given to the Brahman in Kurukshetra. Это наставление получил Брахман из Курукшетры. We didn't get that instruction. Мы лично такое наставление вроде не получали. But that instruction is applied to all the devotees. Но необходимо понимать, что это наставление очень даже относится ко всем нам преданным. It's meant for all of us. Это предназначено для всех нас. It's not meant only for the Brahman in Kurukshetra. Это наставление было предназначено не только тому браману из Курукшетры. We see also how Srila Prabhupada received instructions from his spiritual master. Мы также помним, как сам Шрила Прабхупада получил наставление от своего духовного учителя. His spiritual master told him, if you ever get money, use it to print books. Его духовный учитель дал ему наставление: если у тебя когда-нибудь появятся деньги, используй их, чтобы издавать печатные книги. So Srila Prabhupada, of course, he was always telling us like this. И, конечно, Шрила Прабхупада всегда нам напоминал про это наставление. In Srila Prabhupada's time, the management worked by the principle.
that 50% had to go on book distribution and 50% for temple maintenance. И во время нашего пропада вся организация, вся деятельность работала таким образом, что 50% дохода шло на распространение и издание книг, и остальные 50% на поддержание храма. Similarly, Bhaktisiddhanta Sarasvati, he didn't like his devotees keeping a lot of money. Подобным же образом сам Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур не любил то, что у его учеников накапливалось бы какие-то личные деньги. If they had money, then he would come, he would spend it all for them. И если бы он узнал, что у кого-то накопились какие-то деньги, он приходил к ним лично и использовал эти деньги для служения Господу. He would build an exhibit of Lord Chaitanya's pastimes. Например, он построил такую большую диораму различные фигуры, которые демонстрировали различные транслитные игры Господа Чайтаньи. Put on a big festival. Устраивал такие большие фестивали. Devotees would complain, the Guru Maharaj has no money there. И преданные даже начинали жаловаться, Гуру Махарадж, денег-то вообще не осталось. He said, very good. Хорошо, ничего. You all have to go out and preach. Вы все на самом деле должны выходить и проповедовать. Similarly, Prabhupada, 50% for temple maintenance, 50% for book distribution. И подобным же образом Шрила Прабхупада дал наставление 50% для поддержания храма и 50% на распространение издания книг. Prabhupada said, keep your money in books. И что Прабхупада говорил, вкладывайте свои деньги в книги. Books don't devalue. Книги не обесцениваются. Money devalues. Сами по себе деньги обесцениваются. We know in Russia, how the rupee devalues. Мы знаем, как сильно обесценивается рубль в России. But if we have the money in books, then it's no problem. Но если деньги вложены в книги, то проблем не возникает. And then the books become more valuable. То есть книги по со временем становятся все более ценными. So Prabhupada gave these kind of instructions. He told us how his guru instructed him. He wanted us to do like that. И вот Шрила Прабхупада дал нам такое наставление, подкрепляя свое наставление тем, что он свой человек получил. Форме наставления своего духовного учителя. Of course, Bhaktisiddhanta Sarasvati also tried his best to develop Mayapur. Естественно, со своей стороны, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати прикладывал большие усилия, чтобы развивать Майяпур. Because he knew how dear Mayapur was to his father, Bhaktivinoda. Потому что он знал, насколько Майяпур был дорог его собственному отцу, Бхактивинода Такур. When Шрила Прабхупада in the same mood, in wanting us to build this big temple here in Mayapur. Находясь в подобном настроении, Шрила Прабхупада вдохновлял нас, хотел, чтобы мы развивали Майяпур, в частности, построили этот храм ведического планетария. These are some of the instructions of the spiritual master. Это вот мы проиллюстрировали некоторые из таких вот наставлений, которые дает духовный учитель. Of course, Prabhupada gave many instructions. Конечно, Шрила Прабхупада дал очень много наставлений. Kamal Krishna Goswami was writing his PhD thesis on Srila Prabhupada's teachings. Kamal Krishna Goswami писал свою работу для получения доктора философии, и тема была наставление Шрила Прабхупады. And he pointed out that we're not short of any information about Prabhupada. И он отмечал там, что мы не испытываем недостатка в чем-то какой-то информации относительно Шрила Прабхупады. But Prabhupada said so much and wrote so much that there's just so much evidence that it's difficult to assess all of it. И Шрила Прабхупада так много сказал устных наставлений, равно как и оставил много форм письменных трудов, что очень трудно даже охватить все это учение. So many instructions given to devotees, to
people also maybe who were just taking an interest in Krishna consciousness. Of course, Prabhupada gave His Holiness Jayapataka Swami Maharaj instructions about Mayapur. Конечно, Сила Прабхупада дал личное наставление его святейшеству Шри Джайапатаке Свами Махараджи касательно Майяпура. How to develop Mayapur? What should be done? What should be the programs? Как именно развивать Майяпур и в какие направления вкладывать усилия в его развитие? The first thing Jayapataka Swami had to do was become fluent in Bengali. Самое первое, что пришлось сделать Джайапатаке Свами, это хорошо выучить бенгальский язык. Prabhupada would test him. After he would give a lecture, he would ask Джайапатаке Свами, now you translate it to Bengali. И Шрилупада лично испытывал, проверял Джайапатаке Свами, дав лекцию, он обращался к нему, а теперь ты все переведи на Бенгали. We say in China, among the people, you speak the language of the people. В Китае есть такая поговорка, находясь в определенной стране, говори на языке этой страны. Among the ghosts, speak the language of the ghosts. Среди привидений общайся на языке привидений. Prabhupada understood this principle, certainly required. And preaching and spreading the message of Krishna consciousness. We have to take the instructions of the spiritual master with full faith. Some people, sometimes we may think, oh, he asked me to do it, it's impossible. Just like, you know, people would say, oh, it's impossible to spread Krishna consciousness around the world. Как в свое время находились люди, которые считали, что это невозможно распространить сознание Кришны по всему миру. But Prabhupada taught us nothing is impossible. Но Шрила Прабхупада учил нас, нет ничего невозможного. Because by the mercy of Krishna, everything can be done. По милости Кришны, возможным становится все. One has to have that faith in the instruction of the spiritual master. И человеку необходимо иметь именно такую веру в наставление духовного учителя. With the instruction comes the empowerment to execute that order. Потому что вместе с полученным наставлением приходит и сила, способность выполнить это наставление. Now Srila Prabhupada's godbrothers, they point out that Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada has several disciples to go and preach in the English language and in the Western countries. И ученики Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такур вспоминают, как сам Бхактисиддханта Сарасвати Такур в свое время нескольким своим ученикам давал прямые наставления отправиться на Запад и распространять сознание Кришны в западных странах на английском языке. But they were not very eager to take up that instruction. Но они не сильно горели желанием принять серьезно это наставление. They thought, oh, impossible, no, these people are not interested. Они думали, нет, это вообще невозможно, этим людям это просто неинтересно. They you know, like Bhaktisiddhanta Sarasvati sent sannyasis to Europe, to London, and to Germany. Помните, да, что в свое время Бхактисиддханта Сарасвати такой отправлял каких-то сannyasis Европу, Лондон, Германию. But Bhaktisiddhanta Sarasvati was having to send them money to maintain them. Но ему же и приходилось отправлять им деньги, чтобы они как-то могли себя поддерживать. So Srila Prabhupada didn't do like that. Шрила Прабхупада не пошел по такому пути. And Srila Prabhupada, nobody maintained him when he first came to America. И никто денег Шрила Прабхупаде не посылал, когда он впервые приехал в Америку. He brought with him some of his books, and he was able to sell some books. Он просто привез с собой свои книги изданные и смог какие-то продать. We don't know. It's difficult to understand how he could maintain himself.
И мы до конца не знаем, мы до конца не можем понять, насколько ему тяжело было себя поддерживать. I was in Russia last year in Vladivostok, and we were celebrating Srila Prabhupada's Vyasa Puja, and I heard Rajendra Kumar Prabhu speak very nicely. Помню, в прошлом году я посещал Россию, и на Vyasa Puja Srila Prabhupada я как раз был во Владивостоке, и помню, как Rajendra Kumar Prabhu выступил с речью. So Rajendra Kumar Prabhu, he'd gone to America to meet, do some preaching there, and he was describing how difficult it is being a foreigner, being in a country like America, a foreigner. И сам Раджендра Кумар вспоминал свой собственный опыт, когда он ездил в Америку и пытался там проповедовать, он делился своими впечатлениями, как это тяжело иностранцу находиться в заграничной стране и пытаться там что-то делать в отношении проповеди. So he said, I got some realization how much Srila Prabhupada had tolerated, how difficult it must have been for him. И таким образом он подытожил, сказав, приблизившись к своей реализации, что я осознал, насколько тяжело и трудно было Шрила Прабхупаде быть в таких условиях, насколько всего ему пришлось вынести и терпеть. Being an Indian body, elderly man, in the dress of a renunciate. Будучи уже пожилым человеком, в индийском теле, причем в одежде отреченной личности. How much of a struggle must it be? Not an easy thing. Насколько много усилий, борьбы, по сути дела, совершал Шрила Прабхупада, это была отнюдь не такая легкая задача. How could Prabhupada do it? The only way he could be successful was because he had complete faith in the order of his spiritual master. Как же это удалось все, что Шрила Прабхупаде сделать, все потому, что у него была полная искренняя вера в наставление своего духовного учителя. With that order comes the empowerment, the ability to execute the order. А вместе с таким наставлением, которое мы получаем духовного учителя, всегда приходит способность, умение и возможность выполнить это наставление. Of course, sometimes we may be given the instruction, we may not be successful. Конечно, иногда нам дают какое-то наставление, но стараясь его выполнить, мы можем не можем достичь успеха. But there is no failure in trying to perform devotional service. Но необходимо понимать, что нет никаких поражений или упущения в попытках, желания выполнить преданное служение. The example is given how Lord Nityananda was ordered by Lord Chaitanya to go door to door. И можно привести пример того, как Господь Чайтанья дал Господу Нитянанде, тот получил наставление от него, чтобы отправляться и проповедовать, стучать в двери двери. And tell everyone, Bolo Krishna, Bajo Krishna, Koro Krishna Shiksha. Bolo Krishna, chant the names of Krishna, Bajo Krishna, worship Krishna, and Koro Krishna Shiksha. Read the books about Krishna. И он обращался к каждому с таким, с такой просьбой, воспевайте имя Кришны, поклоняйтесь Кришне и изучайте послания Кришны в его книгах. This is good Bengali. You can say to any Bengali people like this. И вот такую мантру на бенгале можно сказать абсолютно любому бенгальцу. The Bengali people love it if a foreigner speaks Bengali. И бенгальцам очень понравится, если западный иностранец произнесет такие важные слова бенгали. Prabhupada actually said, or Bhaktisiddhanta Saraswati said that in the future people would, after reading Chaitanya Charitamrita, they would want to study Bengali. И еще Бхактисиддханта Сарасвати такое однажды сказал, что в будущем люди, прочитав Чайтанья Чаритамриту, вдохновятся и захотят выучить Бенгали. So,
we're asking people follow the instructions of Krishna. Lord Nityananda, we were talking about Lord Nityananda. He had been told by Lord Chaitanya to go door to door to tell people to do these things. И вот так мы уже упомянули, что Господь Нитянанда получил такое наставление от Господа Чайтанья, чтобы отправляться перед дверь и обращаться к людям с просьбой, которую мы описали выше. So Lord Nityananda went to Jagai Madai, told them, chant the names of Krishna. И выполняя это наставление, в конце концов, Господь Нитянанда обратился с ним и к Jagai Madai, воспевайте имена Кришны. Lord Nityananda is a very bold preacher. Господь Нитянанда очень такой прямой, прямодушный проповедник. Just like Prabhupada told the devotees, when you go hunting, you hunt for a rhinoceros. Как Шрила Прабхупада сказал своим ученикам, если вы уж выходите на охоту, то охотиться надо на носорога. Right? In Russia there's some hunters, right? В России тоже какие-то есть охотники. If you go in Sakhalinsk and Kamchatka, these places, a lot of bears. Если вы отправитесь на Сахалин или на Камчатку, там очень много медведей. So hunters go around. Так что, естественно, там и охотники тоже есть. So hunters should go for rhinoceros. Big, they're very big and strong. Так вот, если уж и охотятся, то лучше охотиться на носорога, который очень сильный и могучий. So to hunt the rhinoceros, that's more difficult. But if you hunt rabbits, not very. Если уж и охотятся, то на таких вот животных, как носорог, очень легко и без всяких трудностей охотиться там, на зайцев и подобные вещи. If you hunt the rabbit and you miss, everybody will laugh at you. Если вы охотитесь на зайцев и случайно промахнётесь, все будут над вами смеяться. But if you hunt for the rhinoceros, it's very difficult. Но если вы уже отправились на охоту на носорога, то все уже сразу будут говорить, как это сложно. So Prabhupada also told devotees, hunt the rhinoceros. И подобным же образом он сказал, что Прабхупада сказал своим преданным, охотьтесь на носорога. Don't think small, think big. Не думайте о каких-то мелочевых проектах. Думайте о чем-то глобальном. So Lord Nityananda went to Jagai Madhai, but he failed. И вот следуя наставлению Господа Чайтанья, Господь Нитянанда отправился в Jagai Madhai, но, как мы помним, он не достиг успеха. They had to run away. Haridas and Lord Nityananda had to run. И более того, Нитянанда с Харидасом пришлось убегать от этих воинов. But that is not a failure. Но это нельзя считать поражением. That's glorious. На самом деле, но это то, что они сделали, было достойного. They tried to preach Krishna. Потому что они постарались проповедовать Кришна Кришна. Just like devotees went to Japan in Prabhupada's time. Как, например, преданные во время Шрилы Прабхупады отправились в Японию. At one time, some devotees they got sent out of the country. They got deported. И однажды кого-то из преданных поймали и выдворили из страны. Because devotees, actually, what happened? Prabhupada was building Juhu temple in Mumbai, and they needed money, and there was no money coming in India or anywhere. И как раз в то самое время, что Прабхупада строил вот этот храм Джуху в Бомбее. И требовалось огромное капиталовложение, и денег в Индии не поступало ниоткуда. But devotees found out they could do very good sankirtan in Japan. Но преданные узнали, вычислили, что в Японии очень хорошо можно проповедовать и зарабатывать при этом. So all the best sankirtan collectors were sent to Japan. Так вот, самые лучшие, успешные сангиртанщики были отправлены в Японию. And the money was used to build the temple in Juhu. И все вырученные деньги были использованы на строительство храма в Джугу. But some devotees were arrested and deported. Но, к сожалению, некоторых из преданных все-таки поймали и депортировали из страны. So it came in the newspaper in India. И вот эта новость появилась в индийских газетах.
So one of Prabhupada's godbrothers said, oh, look at this, this is very bad. Hare Krishna devotee deported from Japan. И один из духовных братьев Шрилы Прабхупады сказал, посмотрите на это, преданные Харе Кришне их депортировали из Японии. He was saying, this is very bad publicity. Он говорит, это очень плохая репутация создается через масс-медиа. But Prabhupada said, no, no. He said, they went to Japan. Шрилы Прабхупада сказал, нет, не так. Они с вами отправились в Японию. You did not even go. Но Алписа, критикующий, даже не попытался туда отправиться. They went. They're trying to distribute Krishna consciousness. Они отправились туда, они попытались там распространить сознание Кришны. All over the world there are atheistic governments. По всему миру, во всех странах правительства являются атеистами. Practically every government in the world nowadays is atheist. В наши дни фактически любое правительство в любой стране состоит из атеистов. So to distribute Krishna consciousness is very difficult. Так что распространить сознание Кришны очень сложно. And we are in Kali Yuga. И более того, мы сейчас живем в Кали Югу. As Kali Yuga progresses, it won't become any easier. И по мере того, как развивается Кали Юга, не будет становиться легче, будет сложнее. But if we have faith in the instructions of Srila Prabhupada and Lord Chaitanya, then we can be successful. Но если у нас есть полная вера в наставление Шрилы Прабхупады и Господа Чайтаньи, мы обязательно достигнем успеха. Lord Chaitanya, from the time of Lord Chaitanya, is the beginning of the golden age in the Kali Yuga. Так вот, со времен появления Господа Чайтаньи начался вот этот золотой век в рамках Кали Юги. And all the acharyas, they understood that in the future, the Krishna consciousness movement can save the world. И все наши ачарьи осознали, что именно сознание Кришны в конце концов спасет весь мир. Because we know the modern, the atheistic people, they do not know how to save the planet. Потому что мы прекрасно знаем, как сами эти атеисты, материалисты, совершенно без понятия, как на самом деле спасти планету. We can see how they've done so much harm to the planet, how they've ruined the planet, all the environment is destroyed. Мы просто своими глазами можем научиться видеть, как они столько уже вреда нанесли, столько много разрушений окружающей среде и общей планете. So if we distribute this knowledge of Krishna consciousness in books of Srila Prabhupada, if we give them, make them more available to people all over the whole world can be saved. И вот если мы будем продолжать распространять книги Шрилы Прабхупады, сознание Кришны, и вообще сделать эти книги более доступными по всему миру, то тем самым мы сможем спасти весь мир. We simply have to follow the orders of the spiritual master. Просто нужно следовать наставлениям духовного учителя. Now there are many, many instructions. Can we follow all of them? И вот можем задаться вопросом, а наставлений-то так много, мы сможем ли мы все выполнить? Well, no, of course, some are details, but there will be different details will be different for different people. Но необходимо понимать, что среди этих наставлений будут какие-то частные случаи, детали, и эти детали для разных людей будут отличаться. Just like what can be done in Russia and China, it will be very different to what is going on in India. Например, то, в каких условиях и что удается делать в России или в Китае, все это будет отличаться от того, как это уже будет происходить в Индии, допустим. You know, country like India, of course, it's very easy for people to distribute Krishna consciousness. В Индии очень легко распространять сознание Кришны. A few weeks ago, the chief minister, who's in charge of the whole of Bengal, she came here in her helicopter. Буквально несколько недель назад главный министр всей Бенгалии прилетела на вертолете, чтобы посетить Майпур. So the government is a little favorable. Так что это доказывает, что правительство как-то благосклонно относится к нам. But
they're interested in the business. Но самое главное, что они заинтересованы, это в какой-то материальной выгоде. The business is tourism, religious tourism. То есть, что их больше всего интересует, от чего пойдет деньги, это религиозный туризм. It means money for the government. Это означает, что в правительстве будет больше денег. And that's what governments are interested in. И это самое главное, от чем интересуется правительство. So we have a difficult task to spread Krishna consciousness. Так у нас сегодня очень трудная задача распространить сознание Кришны. But Lord Chaitanya is very powerful, very merciful. Но надо помнить о том, что Господь Чайтанья очень могущественный и поэтому очень милостив. We just simply have to have faith. Мы просто должны сохранять себе и веру в это. That actually it's happening. The world is changing. More and more people are becoming devotees. И на самом деле, действительно, мир меняет свое лицо. Больше и больше людей становятся сознающими Кришну. I remember going on the first parikrama. We were 80 devotees. Я помню, когда мы только начали выходить на парикраму здесь, в Новодвипе, было всего лишь 80. The GBC all came. They had their own tents. У них у каждого была своя собственная палатка. But there was no facilities. We were all bathing in the village lake, the village lakes. И не было никаких вот таких собственных подготовленных условий и удобств. Нам приходилось по утрам просто самим умываться вот в этих прудиках, при деревнях. Now, if somebody had told me that in the future there will be 10,000 devotees on Parikrama, I would have thought, wow, how is it possible? И вот если бы мне в то время кто-то бы сказал, а знаешь, в будущем на Парикраме всего будет около 10,000 людей, я бы очень сомнением отнесся к такому предсказанию. But now we see it happening every year. Но сейчас мы видим, что именно так это происходит каждый год. And we see, with this temple coming up, more and more people coming to Mayapur. И мы вообще видим, что по мере того, как строится, развивается вот этот храм, больше и больше людей приезжают в Майапур. Yeah, we could never imagine, you know, so many people coming out to this remote place here. Мы никогда бы даже не вообразились или не подумали о том, что как много людей могут приезжать вот в это отдаленное место. And it's going to increase more and more. И это количество людей будет лишь увеличиваться все больше и больше. So we just have to have faith and do what Srila Prabhupada told us. Поэтому нам лишь нужно иметь твердую веру в то, что сказал нам Шрила Прабхупада. And then everything will happen. И тогда все произойдет. Prabhupada said nothing can stop the Krishna consciousness movement. Шрила Прабхупада сказал, ничто не способно остановить развитие сознания Кришны. The only danger is from within. Единственная опасность, которая этому может помешать, это только изнутри самого общества. If we do not properly follow his instructions. И в частности, это будет от того, что если мы будем неправильно следовать его наставлениям. We constantly have to look. What is Prabhupada's instruction? Поэтому мы всегда должны стараться искать, понимать, в чем именно было наставление Шрилы Прабхупады. We have to hear again and again Prabhupada's instruction. Мы должны снова, снова и снова слышать и слушать эти наставления Шрилы Прабхупады. Then we can understand. И тогда мы действительно сможем глубоко понять. We will see everything that become perfect. Мы сможем увидеть, как все становится совершенным. And if it's not, if things are going wrong, we will know that we have not followed Prabhupada's instructions. Но если мы обнаружим, что все развивается неправильным образом, наперекор нашим ожиданиям, это мы для себя извлечем вывод, что мы, получается, неправильно следуем наставлению Шрилы Прабхупады. Okay, some questions. Есть ли какие-то вопросы? In lecture you mentioned that this movement is not for crazy and lazy, yeah? But in a book, The Reservoir of Pleasure, Srila Prabhupada's small book, The Reservoir of Pleasure, Srila Prabhupada mentioned that in this material world, practically everybody is crazy and lazy. No, crazy, yeah, crazy, yeah. And how to be practical in preaching, yeah?
Вопрос. Упомянули в самом начале о том, что это движение не предназначено для сумасшедших и для ленивых. Но в одной из тонких книг «Источник восхождения» Шрила Прабхупада отмечает, что практически каждый на Северном мире сумасшедший. Как же практически относиться к такой ситуации? Well, yeah, Prabhupada did say that. He gave the example about some man who was taken to court, and the man said, "Well, I'm crazy." So they asked the doctor, examine him. Is he crazy? И дальше вот Прабхупада такой сказал, он привел пример, как одного человека засудили, когда он предстал перед судьей, он сказал, извините, но я сумасшедший. И тогда стали проводить экспертизы на его умственное здоровье. The doctor said, well, as far as I can see, everybody's crazy. И врач тогда сказал, знаете, насколько я понимаю, вообще-то все в той или иной степени сумасшедшие. I didn't meet anybody who's not crazy. Я никого еще не встречал, который был бы не сумасшедшим. And Prabhupada also wrote article, Who is crazy? И Шрила еще написал статью, которая называется «Кто сумасшедший?». Because people would often say to us, you must be crazy. Потому что люди очень часто, видя нас на улице, заявляют, вы, наверное, просто с ума посходили. You shave your head with this funny hairstyle. Вы таким странным образом бреете себе головы, оставляете это просто. Wear these funny clothes. Носите вот эти смешные одежды. And sing and dance all day. И целый день поете и танцуете. You must be crazy. Наверное, вы с ума посходили. But Prabhupada said, they say we are crazy. We say they are crazy. Они говорят про нас, что сумасшедшие, но мы считаем, что сумасшедшие как раз-таки они. They work all day in the factories. Они целый день проводят, работают на заводах. They eat the most horrible, disgusting foods. И едят пищу, которую они едят, она ужасная и отвратительная. And they're thinking they're happy. И они при этом считают, что именно они так как раз счастливы, якобы. Yeah. Who is crazy? Так что, кто же вопрос остается, кто на самом деле из всего сумасшедший? How to understand it practically? Yeah. Anybody who is not a devotee yet, they must be crazy. Так что, как же понять это с практической точки зрения? Ответ такой, любой, кто не преданный, он обязательно But if they take up Krishna consciousness, then they're the most intelligent. Но если они все-таки им удается принять процесс сознания Кришны, значит они самые разумные. This is a practical application. Вот это так, как мы можем практически применить это знание. Another question. Чаще всего мы получаем наставления не личные от духовного учителя. Чаще получаем наставления от старших преданных, например. И нет такого чувства ответственности перед этим. И вот как научиться так же серьезно относиться к наставлениям старших преданных, как и к наставлениям? Most of the time, when we get instruction, usually it doesn't come directly from our spiritual master, but mainly from our senior devotees. So how can we develop the same type of serious attitude and dedication to follow even their instructions, not only to our spiritual master ones? Well, the instructions coming from senior devotees, their instructions will also be in the line of devotional service. Необходимо понимать, что те наставления, которые исходят от старших преданных, они будут соответствовать принципам преданного служения, помогать. So we have to understand the connection through the spiritual authorities. The spiritual authorities, there's a connection, just like parampara. Нам необходимо просто глубоко осознать, что вот эти старшие преданные имеют такую духовную связь с высшим поведением, подобно принципу парампары. Prabhupada said, my spiritual master pushed me, I am pushing you. Как Шрила говорил, что мой духовный учитель подталкивал меня, давил на меня, и точно так же я давлю на вас. Prabhupada pushed the GBC,
The GBC pushed the temple president. Что Прабхупада давил на GBC, а GBC давила на президентов храмов. The temple presidents pushed the devotees. Президенты храма давили на преданных живущих храмов. The devotees pushed the congregation. Преданные давили на людей общины. The congregation have to make more congregation. А вот вот это преданные общины вынуждены были расширять общину. So this is the system that we have to understand it. The connection there between the instruction that is coming from higher authority. Мы просто должны понять, что есть вот эта духовная связь, и вот эти наставления, они исходят из высших авторитетов. That we see the instructors, the superiors as being representatives of the spiritual master. Мы должны понимать, что вот эти старшие являются, по сути дела, представителями духовного учителя. So we should not think anything different from what Srila Prabhupada wants. И мы не должны развивать какие-то собственные представления, идеи, отличные от того, что хотел Шрила Прабхупада. Yeah, give some instructions, follow. Да, дают какие-то наставления, просто следуйте. They are spiritual authorities. Они являются духовными авторитетами. Of course, we have to be careful. Конечно, при этом необходимо быть очень осторожными. I was in a temple one time in New York. The temple authority, he was actually a GBC, very big manager, but he had gone off track. But everybody was still following his instructions. Но все все равно продолжали следовать его наставлениям. So Prabhupada criticized the leaders that why you did not do anything. You saw he was off. Why you didn't do it? И Шрупада очень, как сказать, строго отчитывал, раскритиковал лидеров. Вы видели, что он отклоняется. Почему вы не предприняли никаких мер? So don't follow blindly. Поэтому еще наставление: слепо не следуйте. But for the ordinary devotees, if we are just, you know, rank and file, we would say, we don't have any position, our duty is to follow the instructions. Но если мы, как и обычные, заурядные, преданные, простые бхакты, то нам просто, наша обязанность просто выполнять наставления. One boy came to Prabhupada. Prabhupada, I've got money. I want to come and travel with you. I will serve you. Один из молодых людей обратился к Шипраде. Прабхупада, у меня есть деньги. Я готов с вами путешествовать и, как сказать, служить вам на свои деньги. Prabhupada said, then you go with him and serve him. И тогда Шипрад сказал, хорошо, если ты готов ездить в путешествие, отправляйся с ним и служи ему. Lord Chaitanya Mahaprabhu was the Supreme Personality. He was living in Jagannath Puri, and then Raghunath came there in Jagannath Puri. He wants to take shelter. Господь Чайтанья, когда он проживал уже в Джаганнат Пури, Господь Чайтанья, хранилище Господа, и в свое время туда пришел Рагхунат Дас, и он хотел быть вместе с Господом. Raghunath Das was given to Swarup Damodar Goswami. Рагхунат Даса отдали на попечение Сарупа Рагхунат Даса. If Рагхунат wanted anything, he wanted to know anything, he didn't ask Lord Chaitanya directly, he would approach Swarup Damodar. Если, допустим, Рагхунат Дасу нужно было что-то узнать, он напрямую Господу Чайтанье не спрашивал, он всегда выяснял это через Сарупа Рагхунат Даса. System was there in Lord Chaitanya Mahaprabhu and his associates. Таким образом, подобная система существовала даже во времена Господа Чайтаньи. Это действовало в отношениях среди его спутников и Не могли бы вы немножко рассказать о том, как идет проповедь в Китае? We're not legal. Мы там нелегально это делаем. Так что очень много трудностей. They just made new laws, making it more difficult. Они недавно приняли еще новые законы, из-за которых становится еще тяжелее это делать. But people like
books. Но людям очень нравятся книги. Many people are reading Prabhupada's books. Очень много людей читают книги Шрилы Прабхупады. We distribute a lot of books on the internet. Мы через интернет продаем очень много книг. And even some of the books are legally published. И некоторые из них даже законным образом опубликованы и изданы. So, by the books, Prabhupada was mainly concerned like that. Let them get the books. Нет, а то, что нам что-то удается, это благодаря книгам. Шрилы Прабхупада как раз давал такое наставление. Пусть они получат книги в первую очередь. If they can understand something from the books, then they will want to find out more from about the books. И если они что-то смогут понять из книг, то они естественным образом загорятся желанием узнать что-то и о самих книгах. Hong Kong is still different from China. In Hong Kong we have a legal temple, we have a center there. А в Гонконге, хотя это формально Китай, но все равно там отличается ситуация отлично от общего Китая. Там легально зарегистрированы, там как-то больше можно делать. So, anybody in China can contact us in Hong Kong. Поэтому любой из Китая может связаться с нами через Hong Kong. We have regular classes every day, morning and evening, on the internet. Каждый день, утром и вечером у нас есть проводим ежедневные классы через интернет. China people are very high tech. Китайцы очень технически обустроены. They all have the mobile phones. У них всех есть последние мобильные телефоны. So, just from the mobile phone, they can hear classes all the time. Просто через мобильный телефон они могут слушать вот эти классы. Interactive also, questions and answers. И это даже позволяет какое-то интерактивное обсуждение делать, могут задавать сами вопросы. So you can reach a lot of people like that. И вот так вот через интернет мы можем охватить большее количество людей. And kirtan also becoming popular. Да, становится, набирает популярность киртаны. There are many yoga studios. Появляется много студий йоги. So we've introduced kirtan into the yoga studios. И вот в этих студиях занятий йогой мы учим людей и воспевать правильный киртан. And people are becoming more health conscious, so vegetarianism is becoming more popular. Люди больше и больше серьезнее относятся к своему здоровью, и как следствие больше и больше людей становятся вегетарианцами. So all of these things are very favorable for Krishna consciousness. И все вот это уже перечислено очень сильно помогает сознанию Кришны. Okay. Hare Krishna, Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Lord Premananda ki jai.